Красные флаги при РВИ. Что же это за флаги такие? Так называют тревожные симптомы при течении РВИ. На что надо обращать внимание? Если у ребенка свыше 3 суток температура выше 39, он ее плохо переносит. Это повод обратиться к врачу. Если у ребенка после нормализации температуры вновь она повысилась, тоже идем к врачу. Если у ребенка появилась диарея, рвота, непонятная сыпь, боль в ушах, тоже идем к врачу и желательно в ближайшие 12-24 часа. Есть симптомы, которые требуют вызова скорой помощи, то есть срочной помощи. Это если у ребенка судороги, если ребенок потерял сознание, у него нарушается дыхание, появляются какие-то хрипы при дыхании. Помимо этого еще может быть не просто сыпь, а геморрагическая сыпь. Как понять, что она опасна и требуется срочная помощь? Эта сыпь не исчезает при надавливании стаканом стеклянным. То есть мы видим, когда надавили, что сыпь осталась. Это очень грозный симптом. Нужно срочно вызывать скорую помощь и ничего не ждать.